Если в вашем доме красивый вид из окна, можно использовать это преимущество для создания эффекта линии горизонта. Того же можно добиться при помощи вашей любимой картины. Для работы нам понадобится малярный скотч, кисти, цветной мел с веревкой, отвес, небольшой валик и поддон. Завяжите узел на конце длинной веревки. Нанесите мел на веревку. Для создания эффекта линии горизонта необходимо провести горизонтальную линию вдоль стены. На одном уровне от пола сделайте отметки на противоположных сторонах стены. Прикрепите концы веревки, потяните веревку на себя и резко отпустите. Повесьте картину на стену перпендикулярно намеченной линии. Продолжите линию горизонта картины на стене при помощи мела. Намеченную линию используйте в качестве ориентира. Снимите картину и соедините линии. Обведите полученный рисунок кистью с краской. Используемые цвета — Labrador Sands 2, Niagara Blues 4. Большим валиком закрасьте пространство стены от рисунка до пола. Когда краска высохнет, снова повесьте картину, отойдите вглубь комнаты и насладитесь прелестным видом.